Водоемы и бассейны реки Печоры оценят на перспективность для аквакультуры. В частности, планируется разработать рыбоводно-биологическое обоснование для использования озер Молодежное, Харитоново и Матервисочное. Средства на эти цели выделили из федерального бюджета. Проведение работ обусловлено тем, что состояние запасов рыбы сеговых пород в реках Ненецкого округа в настоящий момент оценивается как неудовлетворительное. С 70-80-х годов прошлого столетия запасы сеговых пород рыб в Ненецком округе значительно снизились. Такая неутешительная статистика связана с целым рядом негативных факторов. От незаконного вылова рыбы до активизации промышленного производства. Все это привело к тому, что в водоемах доминирующее положение заняли серые породы рыб. В этих условиях важнейшее значение приобретает искусственное воспроизводство рыбы и включая их товарное выращивание. Создание рыбоводных участков на озерах Молодежное, Харитоново и Матервисочное могло бы решить эту проблему и помочь стабильно обеспечивать жителей города Нарьян-Мар рыбоводной продукцией. Исследуемые озера были выбраны из-за близкого расположения к городу и перспективности. Для этого были собраны различные экспертные оценки и мнения общественного совета при Департаменте природных ресурсов. Средства на проведение работ выделены из федерального бюджета. Мы, как департамент, реализуем федеральные полномочия в области организации, охраны и регулирования водных биологических объектов, ресурсов. На эти цели из федерального бюджета нам доводятся субвенции, и за последние годы мы увеличили объем этих субвенций со 140 тысяч рублей до 540 тысяч рублей. Это существенный прирост. Эти деньги мы можем расходовать в том числе на исследования в области рыбоводно-биологических обоснований. Как раз такие исследования мы сейчас законтрактовали. В рамках контрактов, которые выиграла компания из Краснодара, к ноябрю текущего года планируется получить результаты о формировании рыбоводных участков на трех озерах. После будет решаться вопрос, каким образом реализовать процесс восполнения сеговых пород рыб. Мария Даник, Антон Бодряков, телеканал «Север».